Приветствую всех, кто меня смотрит, кто смотрит мои видеоролики. Очень серьезные, на очень серьезную тему. О том, как идет снег, и я думаю. Ой, как вы думаете, снег не вреден? Люди, очнитесь, где ваше чувство юмора? Как может быть снег вреден? Любая девушка знает о том, как полезно с утра протирать лицо кубиками льда. Но неужели не ясно, что это я прикалываюсь? Или сажусь возле кустика с волчьей ягодкой, съедаю ягодку, за кадром, естественно, выплевываю. Перед этим говорю: «Ой, какая вкусная ягодка!» Люди мне пишут: «Дура блондинка! Съела волчью ягоду! Вот тупица!» Люди, ну я же гоню просто! Вы не знаете, над кем я гоню? Зачем вы эти ролики распространяете по всему интернету? Это же просто смешно! Если у вас нет чувства юмора, то стоит вас только пожалеть, но я все-таки надеюсь о том, что это видео тоже разойдется по интернету. Естественно, очень многие люди будут говорить: тупица, оправдывается и так далее. На самом деле она все серьезно, про снег она не знала, и волчью ягоду она жрет. Ну что ж, тогда мне сказать нечего. Но все-таки обращаюсь к нормальным людям. Подумайте хоть чуть-чуть головой. Чуть-чуть. Я надеюсь, что вы есть. Пока.